Мотивация, спорт, диета и правильное питание – те слагаемые, которые так необходимы в работе над своим телом. Сегодня участники проекта «Тачка за прокачку» бросили вызов своему привычному образу жизни, чтобы проверить себя, похудеть или набрать мышечную массу, а также получить главный приз – автомобиль. Стиль финального шоу в каждом сезоне свой. На этот раз организаторы удивили всех форматом караоке. Сегодня у нас финал 6-го сезона проекта «Тачка за прокачку». Буквально вроде бы первый сезон финальный несколько лет назад, а сегодня уже 6-й сезон. И сезон яркий получился, интересный, сочный, довольно-таки хорошие результаты у участников. Я считаю, что те участники, которые пришли сюда за победой, они с победы сегодня уйдут. Те участники, которые пришли потусоваться, они прекрасно потусовались, потому что программа была очень насыщена. Этот сезон, в принципе, особенно тем, то, что параллельно у нас стартанул и Урал, и Южный регион в городе Сочи. У нас также сейчас идет сезон проекта «Тачка за прокачку», и в следующее воскресенье финал уже там. Самый главный критерий выбора победителя – это результат. Это самая главная особенность проекта. Ни в одном проекте в России нет такого формата выбора победителя. У всех либо голосование, либо смс-ки, либо что-то еще. У нас конкретно это результат. У кого самый высокий процент реализации цели, кто круче всех, тот и забирает главный приз. У нас тренировки были очень веселые, скажем так, разнообразные, но отдыхать я никому, конечно, не давала. Никто из тренеров не позволял какие-то долгие передышки, скажем так. Вот. Очень дружно, скажем так, когда особенно групповые были тренировочки, очень дружно коллектив был, в принципе, сплоченный, можно назвать. Те, кто вот, с которыми имела честь я поработать, я очень привязалась к девочкам, и мне безумно понравилось общение с ними, их настрой. Мне понравилось, что, кстати, именно в этом проекте настолько были заинтересованы встать на гвозди, испытать новые ощущения участники, и они все делали, все, что я им говорила, мне было приятно очень с ними работать. Специалисты утверждают, для того, чтобы сформировать привычку, требуется 21 день. А чтобы полностью перестроиться и окончательно изменить свою жизнь, необходимо гораздо больше времени и усилий. Все это у героев проекта имеется, а потому многие из них пришли сюда не в первый раз. Мы в тачке третий. Ну, как бы новые знакомства, новые люди, новое тело. Во-первых, стало легче. Вот когда вес все-таки меньше, становится легче, да, и для себя, и как бы телу легче вообще. И чувствуешь себя лучше. Мои результаты минус 23 килограмма. Минус 15 килограмм жира. Поменялась моя жизнь на 100%, на 180 градусов. Я очень довольна проектом. Проект для меня как праздник. Просто праздник. Я очень рада, что я участвую в этом проекте. Я участвую второй раз в проекте. Я была в первой тачке за прокачку. Сейчас в 6-м сезоне. Конечно, я хочу дальше продолжить. В этот раз уже конкретно, потому что первый раз я забросила. Я похудела в том проекте тоже на 13,5 килограмм, но и бросила. А в этом проекте я решила конкретно идти до конца, до своей цели. Диплом вручается победителю проекта «Тачка за прокачку». 6-й сезон. Красивая борьба. Елова Евгения! Я уже второй раз участвую. Я прям шла к этому. Если честно, пришла сюда за победой конкретно. Ну, эмоции. Я просто была уверена, что я побежу. Я не знаю, как описать свои эмоции, но это очень круто. Следить за собой совсем не сложно. Основная трудность – поменять образ жизни, облегчить рацион и усилить нагрузки. Но, как показывает история этого проекта, главное – правильно себя замотивировать. Кстати, регистрация на 7-й сезон уже открыта на сайте тачказапрокачку.рф. А в качестве мотиваторов выступают 3 серьезных приза – автомобиль, сертификат на услуги пластического хирурга и путешествие в жаркие страны.